Друзья, приветствую! Сегодня с вами говорим про анимацию. Анимировать слайд достаточно легко, чтобы у нас появлялись текстовые блоки, можно пользоваться встроенными средствами PowerPoint, но их беда в том, что на разных компьютерах с разными версиями PowerPoint они работают по-разному, в итоге вся ваша анимация на чужом компьютере может просто рассыпаться. Поэтому сегодня учимся делать анимацию вручную. Что мы сделали? Мы взяли слайд с предыдущего примера, обесцветили все картинки, все текстовые блоки и сделали 5 копий этого слайда. На первой копии мы возвращаем цвет картинки, в нашем случае яхте, и делаем цветным квадратик под ним, а также делаем текст на вот этом квадратике контрастным, чтобы он был хорошо виден. Все остальные изображения текста у нас смазаны. После этого берем второй блок и повторяем операцию снова. Одним движением мышки возвращаем цвет для картинки, для квадратика и для самого текста. Делается достаточно быстро. Как только мы закончили на каждом слайде выделять цветом только нужный нам блок, у нас получилось 5 слайдов. И теперь посмотрим, как они работают все вместе. При переключении мы видим только один кусочек, куда читатель должен смотреть в настоящий момент и не отвлекаться от того, что вы говорите.